На кефир? Да. Сейчас даже при тебе возьму. Ну я понял. Я тебе верю, Олег, можно и без меня даже. Домой потом пойдешь? Не, ну сейчас здесь посижу, а кефир я домой заберу, я хер его буду пить. Я в ночь его выпью. В ночь лупанешь? Да. Сейчас все будет, Олег Владимирович. Сейчас доедем. Давай доедем до магазина, блин. Пачку сигарет возьмем. Забирай. И кефир. На кефир. Всегда приветствуется на кефир, Олег. Сань. Ну? Нет, давай доедем до магазина, до кого-нибудь. Ближайшего. За кефиром? Ну, где сигаретки есть. А-а-а. Тоже. Поехали. И назад сюда приведешь, я выйду и... Ты здесь останешься? Пойду. А потом я пешком дойду. Ты, наверное, еще не праздник не отметил? Нет. Еще есть куда идти, да? Потом... Что потом? Решил. У меня планы большие есть. Большие планы на сегодня? Нет. На 12. Здорово. Здорово. Пойдет. Никуда ты не влезешь, Олег? Нет. Ни в какую шляпу? Нет. Что, честно, я обещаю. Обещаешь, как всегда, да. Опять? Нет. Я говорю правду. Правда и честно. Честное профессорское слово? Умное слово. Ну давай, Олег, падай. Поехали.